Макет от испанцев из Денникс на винтовку Винчестера модели 1892 года. Ничего, говорит, не хочется, просто послушайте, как она работает. Вообще, винчестеры — это общее название для винтовок и ружей, производившихся не компанией Winchester Repeating Arms Company в США во второй половине 19 века. Винчестеры перезаряжались с помощью рычага спусковой скобы, называлась она скобой Генри, и с подствольным трубчатым магазином была одним из первых широко распространенных многозарядных видов вооружения и пользовалась огромной популярностью, хотя их распространенность в США того времени несколько была преувеличена благодаря литературе и кинематографу 20 века. Мы же довольствуемся с вами макетом от испанцев. Выполнен он в основном из металлического сплава и деревянные детали, по всей видимости, это тополь. Весит 2 килограмма 520 граммов, общая длина 940 миллиметров. Заинтересует коллекционеров, косплейщиков, возможно, для кинематографа, для театральных постановок и фотосессий. В конце концов, можно украсить свой домашний или офисный интерьер такой вот диковинной интересной штукой. Также будет интересен музеям вооружения.